«Дай почитать». Добрый день, это программа «Дай почитать» и я ее ведущий Борис Павлович. Я художественный руководитель театра на Спасской, но здесь, в радиоэфире, я говорю о книгах. И сегодня на моем рабочем столе поэтический путеводитель по городам культурного альянса. Это один из последних проектов Марата Гельмана и возглавляемой им Пермской культурной революции. На протяжении нескольких лет российское культурное сообщество с любопытством наблюдало за тем, как индустриальный уральский город борется за амбициозное звание культурной столицы Европы. Но прошлой весной революционно настроенный губернатор Олег Чиркунов был отправлен в отставку. Судьба большинства затеянных художественных проектов до сих пор под вопросом, но эта книжка успела выйти из печати и даже оказаться в кировских книжных. Составители сборника – замечательные и любимые литературным сообществом поэты Андрей Родионов и Вячеслав Курицын. Они объехали города, которые вступили в инициированный Маратом Гельманом культурный альянс, и нашли в каждом городе поэтов, которые оказались наиболее общительными, активными и включенными в городскую среду. Городов всего 21, что приятно, среди них нет Москвы, но зато есть Киров. От нашего города выступают Аглая Соловьева как молодой, но уже модный автор, и Михаил Коко как представитель старшего поколения, выходец из кировского литературного андеграунда. Оба они лихо выступили на том слэме, литературном поединке, который полгода назад проводил Андрей Родионов в галерее «Прогресса». Итак, поэтический сборник, экскурсия по городам от Петербурга до Якутска. Естественно, качество отобранных стихов очень неровное, стилистически вообще книга напоминает американские горки, но в целом впечатление позитивное. Внимательное знакомство с книгой оставляет ощущение реальной прогулки по всем представленным городам. Во многом это заслуга композиционной находки составителей. Каждый поэт представляет не только свои программные стихи, но и краткий путеводитель по своему городу. Про Киров читать не буду, там все до боли знакомо. А вот что я вычитал о далеком городе Омске у поэта Андрея Ключанского. «Ом, да ом, кругом, что еще здесь петь? Был когда-то Омск, нынче степь да степь. Прохожу насквозь это городство, детство моего, сердце моего. Может, я ослеп, может, умер я, или эту степь прозреваю зря. Боже, боже мой, что же мне еще? Вижу и домой, зря и хорошо. Жить да жить себе, не переживать, во степи небес легче воздыхать. Я ли одинок, если я кругом, знает один Бог, Ом». С вами была программа «Дай почитать». Я ее ведущий Борис Павлович. И до новых встреч с хорошими книгами. «Дай почитать».